Я думаю, что наши футболисты проявили хорошую самоотдачу, стремились к победе. Забить не получается пока. Наверное, все-таки, может быть, чуть-чуть точности где-то в каких-то действиях не хватило. Но надо учесть, что достаточно недавно ребята провели очень хороший энергозатратный матч, кубковый. Статистические данные показывают, что все сделали большой объем работы. Ну и, наверное, в первую очередь эмоционально выплеснули много энергии. Наверное, все-таки чуть-чуть это сказалось на сегодняшнем матче. У меня такое впечатление по горячим следам. А дальше анализировать надо будет, смотреть. Коллеги журналисты попросили задать вопрос. Не давит ли на команду последнее место турнира «Тенгейтс»? Радуемся просто. Ну как не давит? Конечно же... У нас нет, я думаю, ни одного футболиста в команде, который бы равнодушно к этому относился, к этой ситуации. И во втором тайме показалось, что «Факел» немножко сбавил обороты. Можно ли сказать о том, что у команды уже была готова играть на ничью? Нам нельзя стремиться к ничьим, у нас слишком мало очков. Нам нужно побеждать. Во-первых, я думаю, уже сказал о том, что где-то ребятам чуть не хватило все-таки восстановить. И я думаю, прежде всего, эмоциональные силы, от которых в первую очередь все зависит. И нагрузку они почти тем же составом мы играли, большую вынесли. Поэтому плюс еще замены хозяев, освежившие игру, несколько в какой-то момент перехватил инициативу Краснодар. Ну, к концу, по-моему, мы, проведя замены, тоже несколько подуровняли игру. И что еще скажешь? Ну, не дается нам пока голы. А от этого и зависит, в первую очередь, количество очков.